28.09.76. Эксперимент Фейзман не удался. Он намного слабже, чем мы ожидали. Вот, вот займешься переводом в следующий раз сам. А я, кстати, и занялся чуть-чуть. А сила фармамеры растет с каждой живой душой, которую он поглощает. Ой, несколько членов Совета мертвы. Гандам теперь наша единственная надежда. А, ну ладно, мы сейчас туда доберемся. Идемте. Тут все очень просто. Уклонение от снарядов. В соответствии со стандартным протоколом безопасности, касающимся отказавшего ИИ, искусственного интеллекта, необходимо пройти тренировку по уклонению. Победа в прямом столкновении с Гандом или Фейзман не представляется возможной для гражданского, но пара часов тренировок повысит шанс убежать в 10-20 раз. Супер. Неплохо. Так, щит. Уклонение. Да нет, тут же видишь, что тут надо уклоняться. Оп, оу, моментально уничтожает. Что такое, по очереди идем? По очереди, конечно. Тут же ты умираешь моментально. Последний остается без шансов. Без шансов, без шансов. Ё-моё. Без шансов. Ладно, я к тебе. Ты читер маленький. Ага. Ты будешь раскаиваться, что не прошел это. Почему? А, окей. Твоя игровая душа тебя заставит потом не, вернуться. Мы ж в пати играем. Вот и для этого и нужна командная давай, работа. Давай, в лаборатории остались лишь мы с Алиной. Тюна не хочет слышать твои размышления, Рич, извини. Большинство ушли, когда провалился Фейзман. Они говорили, что надежды больше нет, но мы с Алиной продолжаем сражаться. Мы продолжаем строить Гандам. Metal Gear, короче, не фигачит. И молим бога, чтобы он был достаточно сильным. Там ключик сильный будет. Сильный Гандам. О, всем нужен сильный Гандам. Готовы к пипу? Всем по Гандаму, да. Идем сначала да. Ключ заберем. Да. Все забрали. А, там еще был... Подожди. А, нет, не было. Ничего не было. Я... О, господи, подожди. Кошки, матрешки, все дела. Давай, рассказывай. Спецификация Фейзман. При дизайне Фейзман мы опирались на строение роботов-разведчиков, применявшихся в прошлом. У них в прошлом были роботы, а в нынешнем магия. Мы вмонтировали в него усиляющий кристалл, подобный кристаллу хранителей, и запрограммировали его выстреливать различные фотонные снаряды. В комбинации с этим мобильным фазовым двигателем он потребляет огромное количество, с двумя L, энергии. А место установки реакторов очень ограничего. Таким образом, компоненты невероятно дорогие, а массовое производство невозможно в ближайшие 15-20 лет. Массовое производство Фейзманов. Да вы там с ума посходили. Это ж военная технология, зачем ее массово? Сегодня прибыл член Совета. Что? Для войны. Массовой войны. Да, они ж не хотят мировой, войны, они хотят ее закончить. Мировой, галактической. Мир в огне, сказал он, и мир действительно в огне. Густой дым окружил нас, зловещий знак. Спецификация Гандам. Вот это уже более для нас интересно. Проект Гандам является отступлением от всего, что было ранее исследовано и построено в этой лаборатории. Его теоретический потенциал в бою ужасает, а применение вне боя практически не существует. Помимо шести ракетных батарей, способных отследить способных отследить цель с погрешностью менее 20 сантиметров, мы оборудовали его новейшей лазерной установкой Final Spark. Единственная на данный момент структурная уязвимость находится в голове робота. Если применить к ней тяжелое воздействие, может быть поврежден кожух реактора. Ну, бить всего в голову. Лишь. Сохранение энергии. В связи, слитно, с нехваткой силовых кристаллов, новое предписание совета, запятая, требует от нас оптимизации энергопотребления. Совет предписал оптимизировать энергопотребление. Знаете, мне нравится эта смесь такого фэнтези, скайфая, такое вот что-то. Довольно неплохо. Но они не первые, конечно, кто так делает. В рамках выполнения предписания лаборатория отключит все левитационные кристаллы после окончания работ над Гандом и будет оставаться на Земле как минимум 10 лет. Будем надеяться, что исследования будут возобновлены в ближайшие месяцы после посадки. Как-то все очень туго. Натянуто. Все очень туго.
и натянут. Все туго натянуто. Туго натянуто. Все, да. 3.11. 76. От совета уже давно никаких вестей. Алина боится, что они все мертвы. Возможно, мы вдвоем единственные выжившие среди облаков. И было бы не так плохо, если бы не фармамера, следящий за нами с выжженных земель. То есть они не победили еще. Ну да, Гандам еще не был использован. Но совет куда-то исчез. Исследование карт. Хоть большинство загадок мироздания и было раскрыто современной наукой, некоторые продолжают ускользать от нас, в том числе карты. Популярна теория материальных знаний, словно борьба с одним и тем же существом до степени его полного понимания может создать его физическое представление. Вот как они пытаются научно объяснить выпадение карт из существа. Но в таком случае, почему плотники не усыпаны картами молотков, а рыбаки картами рыб? Интересно отметить, что несмотря на все войны и раздоры в человеческой истории, никто никогда не видел карту человека. Остается надеяться, что однажды мы сможем оседлать и синтезировать величайшую силу, содержащуюся в картах, но пока она остается недосягаемой. Это правильный способ оправдать себя и свои не совсем продуманные идеи, например, карты, да? Это подвергнуть самого себя сомнению. И тогда игрок или зритель начинает тебе верить. Пип-пип активируется, видимо, здесь. Нет? Нигде не активируется. Мы ключ забрали просто. Там спрыгнуть можно? Да, можно. Так почему бы нам не спрыгнуть? И не отправиться направо, и не открыть ту дверь. Ну. Ползи, ползи сюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Птичка, ты меня заколебала. Заколебал ты. Да. Она не смеет. Это ее... Куда? Нет. В какую сторону нам теперь идти? Не направо? А по-моему прямо. Мы должны выйти. Выйти, я же сказала, налево. Не, подожди, а ключик? Ключик у нас. Ключик мы уже... А, вперед? Ну мы же ключ раздобыли. Я получил клювом по лицу, блин. Очень неприятно. Уии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  Какая неожиданность. Всегда приятно, да, здесь бывать. Фармим. Погнали. Мини-босс. Надо уничтожить вот эту сентри. А, не, мы никак не можем ей навредить. А, надо отражать в нее. Надо отражать в нее вот эти вот снаряды. Самый последний момент. Хотя я сейчас почему-то отражаю в этих ребят. Кристалл. О, смотри, оно защищает ее, что ли? А, видимо, уничтожая все-таки вот этих ребят. Ой-ой-ой. Уничтожая этих ребят, мы потихоньку повреждаем сентри. Да. Да? Есть. Сейчас будут блэк-холлы открываться, осторожно. Уже не будут. О, мухи, я вас люблю. О, повреждения проходят, нормально. Отлично, отлично. Все, речты, да, вы там разбирайтесь, а я пока тоже подолблю. Отлично, щиты сняты. Блэк-холлы, осторожно! Но это еще подготовка к Гандаму. Ё-моё. Кто? Кто-нибудь? Кто свободен? Давай. Благодарю. Готов, пошел. Все. Я пришел, пойдем. Увидел, кристалл. Победил. А я думал, это Гандам стайл уже такой. Откуда бы вышли, куда бы зашли? Дата 5.01.77. Алина мертва. Гандам силен. Слишком силен. И теперь она мертва. Моя дорогая Алина. Ушла навсегда. Сначала он ее не очень любил, а потом влюбился, видимо. Да, он ее всегда любил. Ну нет, просто это близкий человек, они вместе. Том, они вместе почему прошли она через среди много. Нас, величайших умов. Пип-пип. И активация! А нет! На этот раз все эпично было! Особенно со стороны Тёны. Да. Активация! А, нам прекрасно, вниз, по-моему, надо. Она пукает! Она пукает! Птица пукает! Она перестань! Все, ужас! Ужас! В какую блин, сторону идти? Кто, кто помнит? Не знаю, Тюна выбрал. Вниз в центр! Блин, а как нам? Идемте! Да, направо?
Ой. Да. Блин, да что ж такое-то? Мне нужно пополнение жизни. Ну, идемте. Куда идемте? Ты тоже? Я уже здесь. И получил сразу по лицу моментально. Я за спину. Рич, мы ушли, да. Нам нужно в центральное. Пройдите сквозь дверь и заберите сокровище, здесь написано. Ну, идемте, блин. Которое все еще защищено. Да. Ну, вот это называется. Мы не разбираемся с проблемами, которые на нас наваливаются по одной, да, Тюн? Блин, у меня 93 хп. Поздравляю, 34. А почему? Подождите. Как же, может быть, здоровье здесь выпадет? Я бы... Да, у меня тут... Я бы тоже не это... А не... Не обиделся, да? Не выпадать, по-моему. Не, я и хотел сказать, не это. Всё. Не то вам. Страшно туда заходить? Да поляжем. Страшно? 17.06.95. Прошло много лет, короче, с тех пор, как я заходил сюда. Все было как во сне, целый мир разрушен, и Алина погибла в тот день от руки нашего творения. Слишком много людей расстались со своей жизнью. Совет требует изолировать этот артефакт и другие ужасные изобретения. Я чувствую темную силу, исходящую из него. И верно, некоторые вещи не должны принадлежать человеку. Эта глава подходит к концу, но я буду скучать по тебе, Алина. Он умер вместе с Гандамом, он попытался его, наверное, уничтожить. А почему мы по нему не плачем? Он еще не умер, мы еще не в курсе. Пип-у-пип! Вы видели сзади вот эту вот штучку? Ну это Гандам. На протяжении тысячи лет не сомневался в жадности человечества. Наконец, пришло время артефактов управлять людьми. Ну, масса. Вау. Я не согласен. Вот эта вот штука. Я, пожалуй, отойду. Гандам. Йо-о-о! Драка. Голова у него, я из него, помните, да? А, самонаведение! Перемещайтесь, чтобы он не самонаводился на вас. Тюна, не ко мне. Если в тебя стреляют, отходи. Не, мы не можем ему ничего. А, нет, смотрите, можно по руке ударить. Бегай, чтобы самонаведения не было. Смотри. Рич, ты мог меня воскресить в этот момент. Ну, конечно, да. Сейчас кому-то будет больно. Например, нет, все, нам вдвоем. Живы. Хватит плакать, Тюна, не ной. Давай, на меня фокусируйся. Что на тебя? Видишь, что происходит? Ну, он на меня фокусировался. Иди сюда быстрее. Не, уже не иди. Все, давай. Я тут пока с ним разберусь. Поним? Отлично. Не, ну мы урон ему наносим. Там написано было, типа, голова уязвима. Оказывается, всего-то надо... Все, раз... А, твою мать! Один хотя бы должен выжить. Не да, подходите друг к другу. Не... Рич, там же ж по ОЕ бьет. Ну, я знаю, но я же убегаю от выстрела. Ну, ты бежал в тюну прям. Ну и что? От выстрела же ж бежал. Ну, в тюну. Ну, тюна там была, что же сделала. Не-н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 е. Блин, а будет больно. Представляешь, здесь в одиночку как сражаться? Это капец вообще. О-оу! Справился? А, надо было убегать в этот момент, я понял. Так, голове навесили. Теперь снова снимаем все хп. Или попытаемся воскресить, да? Я боюсь, Рич, извини, я боюсь, мне страшно. Ты ж видишь, куда приземляться будет. Если я сейчас умру, то все, хана. Рука не на меня, да? О-оу. Нормально. Будь осторожен. Да, я знаю, просто тут надо периодически хотя бы урон ему наносить, иначе мы бесконечно будем его друг друга воскрешать. Я так волнуюсь просто. Да, я... Ну и следом... Смотри,
Смотрите, когда мы последний удар ему нанесем, мы должны быть все живы, да? Все живы, чтобы быстро на голову кинуть. Очень желательно, да. Не сюда, не сюда, нет, 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 нет. Ищ, давай, 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 сюда, сюда. Быстро, 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 быстро. Давай. Так, урон, на... да, он наносит, надо самостоятельно уходить. Ё-моё, Рич, осторожно. Это что за покемон? Короче, я вправо уйду. Удачи, Рич. Не-не, да-да-да-да, чем дальше стоишь, тем больше шансов. Нет. Джи-джи. Ну, мы пришли сюда полумёртвые. Сейчас все будет. Тут у нас новый этап появился только что. Помимо прочего, он еще фигачит лазером. Да твою налево, а? Фигачит, Тюна, живи. Фигачит лазером. Тюна, живи. Тюна, если ты не выживешь, то, Тюна, то весь... Не сбрасывай же, Рич, не сбрасывай. Когда кто кого-то воскрешает. О, погнали, погнали. Давай, чуть-чуть Тюна, осталось. Чуть-чуть Тюна, осталось. Лупи, Кипси, давай, Тюна, давай. Давай. Не успели. Это, по-моему, возьми. Задумано так. Не, мы просто, у нас урона не хватило, вот и все. Сейчас, Рич, подожди. Вот, я отойду сюда. Давай. Да, нет, стой, стой, я ж к тебе подходил. Вот лазер. И ракеты. Погнали. И ракеты! Не, не, не бегаем. А твою ж налево, я забыл, что там лазер. Ты один остался. Если ты умрешь, то все придется удалять. Весь этот... Весь этот... Бой, да, придется удалить. И зрители его никогда не увидят. Там лазер, осторожно. О, отлично. Найс мув, найс мув. Ракеты, 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 ракеты. Бегай по кругу. Воскрешай. Нет, беги. Воскрешай. Ты сможешь, ты успеешь, успеваешь. Все, отлично. Лазер. Ракеты. Бегайте чуть подальше друг от друга. Тюна, теперь ты. Тюна, живи. Все, ходи! Тюна тебя как-то глючит. Ура! Так, давайте, давайте, максимальный урон! Максимальный урон! Ну, ну пожалуйста, ты перегоняй, чтобы не третий папа, за твою мать! Ладно, я еще и умер там. Стой, Тюна, ну Тюна! Тюна! Перемещайся же, ну! Тюна, давай! Оживляй. Не, успели. Нормально. Ё-моё. Ракеты, кулак, больно, ракеты, иду к тебе. Нет, нет, не иду. Это капец какой-то. Так, Тюна, давай, ты справишься. Есть, есть, бьем кулаки. Остерегаемся лазеров. Чу! Гандам стайл. Сейчас ракеты будут. Ничего страшного. Я умер. Они за тобой гоняются. Нет, там просто увернулся никак. Когда ты между молотом и наковальней. Нет! Давай, давай, мы успеваем, мы успеваем. Да не ты, твою мать, четвертый раз уже, сколько ж можно-то? Ужас. Все, это тот момент, точка невозврата. Все, давайте не паниковать, да? У нас все получается, все хорошо. Сейчас, правда, ракеты, лазеры, вся херня, кулаки, блин. Слушай, Гандам, я тебя ненавижу. Я тебя просто ненавижу. Так. Давай, 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 погнали, погнали. И... Он блокирует урон. Он каким-то образом блокировал урон. О, перегрев. Тюна, стой на месте. 20 секунд осталось. Там стой, 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 да, я тебе... Ядрен батон. Да, я пыталась отойти, я не могла. Мне нужен перерыв. Есть. Это разбилось, все. Я попытаюсь себя воскресить, но если в меня будет что-то лететь, за мной не летай. Все, держимся. Взрыв, 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 взрыв. Иксики, ой, то есть иксики, блин. Я держусь. У вас непонятно, что... Ой, все, мы... Я держусь, меня, я держусь. У меня все летит в меня.
То есть, вот, смотри, я нашел место, где в тебя вообще ничего не попадает. О, а я призрак и летит в меня, это нормальненько. Мы это сделали! Перерыв все-таки сделал свое дело. Да. Ой, я озвучу это, можно? Проклятие! Моей новообретенной свободе помешала кучка сопливых ребятишек? Это амалет, кстати. Естественно. Неудачный носитель. Чтобы поставить этот мир на колени, нужно что-то соответствующее моей безграничной мощи. За то, что выявил недостатки железного голема, у меня для тебя щедрый подарок. Станьте моими рабами и несите меня по этому жалкому миру на поиски нового носителя. И я сохраню вам жизнь. Извините, конечно. Ищите себе своего помощника, амулет. У этого уже есть хозяин. Артефакт собрат по разуму? Похоже, удача наконец повернулась ко мне лицом. Королю понадобятся генералы. Покоп. Высокие амбиции для обычной собственности. Твоя веревка до сих пор пахнет шеей твоего владельца. Оу, shots fired. Владельца? Вздор! Как раб может обладать своим хозяином? Кажется, твой длительный отдых закончился для тебя маразмом. Ну что ж, выходит, ребята, здесь и в самом деле пряталась сочная награда. Давайте отнесем его в штаб коллекционеров. Я рассчитываю на щедрую награду. Не смей со мной разговаривать, как будто я выпал из обычного кроли. Сейчас я пресеку ваши смехотворные иллюзии, чернь, плебеи. Я покажу вам истинную силу божественного артефакта. Та-ра! Не спеши, мои панталоны. Ну что ж, хватит развлечений на сегодня. Отправляемся в Эвергринд. Надеюсь, вы не забыли, как пользоваться устройством телепортации. Просто перейди в меню раздел карты и выбери пункт. Ну, короче, вы в курсе. Спасибо за эту информацию. Все, собрали. Гандам повержен, друзья. Я вас поздравляю. Аллилуйя! Господи, это... Это было легко. Изи. Изи. С первой попытки вообще. Да, после перерыва, да. В смысле. Да. Не, ну чуть. После перерыва, конечно. Куда вы пошли вообще? Нам рассказывали про портал, они пошли дальше куда-то. Давай, Эвергринд. Погнали в Эвергринд. Господи, боже мой. Сколько нервов он попортил. Сколько... Да, сколько... Да, сколько мы еще урона ему нанесли. Слушай, единственное, что меня смущает, это то, что мы чуть-чуть экспы не добрали. Чуть-чуть. Чуть-чуть, да. Чуть-чуть, да. Самую малость. Давайте узнаем, что у нас на следующее. Автоматически идет. Разве ваш отец не научил вас ничему? Черень должна пропускать знать. Крестьяне в эти дни. О, господи. А, но я должен вас похвалить за одну вещь. О, этот амулет — хорошая находка. Он прекрасно впишется в коллекцию артефактов моей семьи. Как? Воришка? Да, это даже к лучшему, потому что этот амулет бы повлиял на нас. Как он это прощу! Не прощу! Мы их не оставим, пацаны! Догоняйте его, говорят нам. И новый квест — забрать амалет у Марина. Ха. Ну что ж, месть будет сладка и нещадна. Этот Марина... Марина с его амалетом узнает, что такое мощь. Мощь крафт-шоу. Что такое настоящая сила настоящих бойцов. Мы, мать ваш, победили Гандама. А он ничего для этого не сделал. Он, да, не то, что не сделал. Он не смог бы ничего там сделать. Он бы как крикливая девчонка, простите, Уна. Он бы просто оттуда бежал с воплями. Продемонстрируй нам, пожалуйста, с каким воплем он бы оттуда убегал. Вот это да, меня аж уши заложило. Примерно с этим воплем он будет убегать от нас, когда мы придем за амалетом. Но это будет в следующей серии. Рич! Да. Все будет в следующей серии. Тюна!
Пока-пока, удачи всем! Спасибо за ваши лайки и за ваши комментарии, и, конечно же, за подписку. Меня зовут МЖ Рамон, и мы здесь закончили. Пока!